Привет, дорогой друг, ты смотришь дневник дня первокурсника. Сегодня последний день фестиваля. Сегодня выступает Институт геологии и нефтегазовой технологии, Институт фундаментальной медицины и биологии. Сегодня, как обычно, я ваш ведущий Роман Полинсков. И сегодня мы, как обычно, узнаем много всего интересного, увлекательного и, можно сказать, веселого, можно технического, гуманитарного. Не знаю, в какой направленности они будут сегодня выступать. Сегодня они будут завершать. На какой ноте они завершат, это мы узнаем уже в конце программы. Так что смотри программу до конца. Ну а мы начинаем, поехали. Последний день фестиваля всегда грустно. Сегодня, как я уже сказал, ранее выступают геологи и биологи. Сейчас идем сразу к выступающим и узнаем, каково это закрывать фестиваль. Что представляете сегодня? Конкурсную программу. Она будет очень крутая. Будет очень хорошая. Чем ваш номер такой? Обо всем и ни о чем одновременно. Будет много юмора. Да. Какого? Космического. 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 Пример? Колобок повесился. Специфично. Очень. Необычно. Хорошо. Остальные дни дня первокурсника видели? Ну, не все, но на репетиции не на все получилось ходить. Было ли желание сплагиатить что-нибудь? Нет. Если честно думать. Если подумать, из этого концерт состоит. Нет, шутка, ни одного плагиатного надо. Так как сегодня геофак, по-любому будет их всеми известная группа поддержки. Зайдя в большой зал, их было нетрудно найти. Пойдем пообщаемся. Будет грехом, если не найти во время выступления Института геологии и нефтегазовых технологий заводил в самые известные фан-группы, фан-поддержки этого института. Азат, тебе привет. Давненько не видели, еще со студ весны. А как дела, что нового у вас? Ну, во-первых, в этом году, как вы видите, без футболок. Мы в более таком официальном стиле. Белый верх, черный низ. И немного структура поменялась нашей подготовки, немного новых фишек. И, ну, сами все видите, в общем. Новые кричалки есть? Новых кричалок нет, наоборот, мы сократили количество кричалок, но сделали это более качественно. Хорошо, а вы так в таком виде сегодня, потому что канва как-то у вас так будет выглядеть на сцене? Ты имеешь в виду связано с выступающим на сцене? Нет, это никак не связано с выступающим на сцене, просто у нас вот общее решение такое было в этом году появиться именно вот в таком виде. Хорошо, много ли новых ребят пришло к вам в фан-клуб? Да, именно первокурсники, которые поступили в этом году, проявили желание, и, наверное, примерно половина нашего фан-сектора это перваки составляют. Ну что, предлагаю их протестить. Посмотреть, как они в действии. Да, давайте еще раз. Да, давай. Сейчас мы протестим этих самых первошей, ребят. Так, ну федеральные ненормальные. Возьмите, пожалуйста, все свои руки телефон. Нормально, сегодня даже с первого раза смогли. Я помню просто, как вы тогда лиски доставали. Так, первая кричалка, ребят. Сейчас, подожди. Ну что ж, молодцы, надеюсь, сегодня вы заведете зал по полной. И хоть сегодня последний день фестиваля, но он заполнится по полной программе. Большое спасибо твоей группе поддержки. Ну что ж, мы начинаем смотреть сам день первокурсника. Концерт стартовал, и первая мысль: о, да, пила. Да ладно, неужели решили хотя бы раз устроить настоящий хоррор на сцене Уникса, прям как в фильме? Увы, было не так. А было день рождения у всеми известной куклы Билли. Получилось лайтовенько, но не так, как ждали, но все равно мощные номера были. Ты знаешь, кто я такой? Парень в крутом костюме. Кто ты без него? Я такая, человек простой. Я понимаю, когда делают косплей Джокера и Харли Квинн, но вот закос под Pen Pen Apple Apple Pen стал огромным светлым пятном в мире косплеев на фестивале. Флексура свита слой. Слой флексура свита слой. В перерыве вновь отправляемся в гримерки и общаемся уже с последним институтом на данном фестивале. Что они ответили, смотри сейчас. Что ждешь от сегодняшнего концерта? Какие ощущения у тебя? Много вещей там будет, как у нас сюрприз. Хорошо, а не тяжело ли было тебе перестраиваться для концерта, где большая часть публики русскоязычная? Ну, тяжело было, но как много мы практиковали, много раз, и все обличивалось. Следом вышли биологи. Красивая канва, красивые девушки. Но где же шкаф? Где тот парниша с разукрашенными волосами, который оттуда выпрыгивал как черт? Жаль, но этого тоже не хватило. Black, в, ц...
целом концерты прошли на уровне: музыка, песни, танцы, сегодня еще и буфонада. Смотрите, в общем, что там было. Ну, теперь уже точно все. Большое всем спасибо за внимание. Для вас весь этот фестиваль работала съемочная группа телеканала «Универ Смотри». Надеюсь, вам большинство концертов понравилось. Мне сегодня тоже концерт понравился. Геологи удивили. Их программа намного сильнее отличается от, чем они показывали раньше. Биологи, как обычно, на уровне. Большое всем спасибо. Смотрите наши выпуски на нашем телеканале, а также в группе ВКонтакте. Ссылку ты видишь сейчас на экране. На этом все. Для вас этот выпуск вел Роман Полинсков. Увидимся уже на гала-концерте Дня первокурсника 2016.